Всем привет, дорогие друзья, с вами Бади. Продолжаем проходить игру под названием Wolfenstein 2 The New Colossus, 15 часть прохождения, и мы наконец-таки с вами добрались до Хроники Свободы DLC. У меня их все, это нулевой, эпизод 1, 2 и 3. Обязательно все это мы сейчас пройдем, и начнем мы, конечно же, с нулевого эпизода. Так, да, начинаем. Эпизод 0. Посмотрим, что у нас здесь. Последние лучи надежды угасли в мире, и ужас охватил всю планету. Враг оккупировал землю свободы, но три героя поднялись на борьбу с тиранией во имя великой американской мечты. Это «Хроники свободы» — три увлекательных рассказа о приключениях для всех вольнолюбивых американцев. Не знаю, за сколько мы успеем пройти. Это Джозеф Сталлион, по прозвищу Стрелок Джо. Бывший профессиональный квотербек, в плену у Рейха. Джо открыто взбунтовался против предателей и арестован обер-комендантом Родериком Метце, американским дантистом, ставшим на сторону нацистов. Но Джо просто так не сдается. Он сбежал с научной базы Омега, которую Метце построил под Спрингфилдом в Иллинойсе, а по дороге нашел гараж с панцерхундами, и его озарила идея. Его озарила идея, ага. Войти на склад панцерхундов. Так, вот такая вот, ну, значит... Ой, я случайно. Так вот мы начали, да, играть за усатенького мужичка. Сейчас войдем в склад. Так, а почему они показывают, куда идти? А, ну ладно, фиг с ним. И что такое? А, это я... Понял, понял. Можно банками... Вот это прикольно. Банками как-то можно. Так. Вот это офигенно. Воу. Вот это... Вот это чётенько. А вот за это мы... Заблазка ещё не делали. Вот это да. Ну, DLC-шка, мне уже начинает нравиться. Ну. Охереть. Так, давайте сейчас... Ладно, давайте пока с этим побегаем. Блин, ну мне начало нравиться, офигенно. Обязательно все пройдем, если DLC-шки. Ну а потом я уже буду проходить следующую игруху. Офигенно. Открыть двери склада. Блин, ну 40 хп у нас. А, я знаю, против, как против него надо бороться. Блин, ну... Она уже не прокачана. Этот автомат не прокачан просто, понимаете? Хрен, что мы с ним сделаем. Сейчас выберем. Давайте попробуем сейчас без шума убить тут всех. Вот первый был офицер, он где-то рядом.
должен находиться. У меня две банки есть. Блин, громила топает. О, аптеки. Аптечки. А, вот оно что, ребята. Сразу вот видите, что здесь валяется. Что здесь лежит. Все, я понял. А подождите-ка. Я хочу переиграть это место. По одной простой причине. Сейчас вам объясню. Так, загружаем снова здесь. Я хочу улучшить винтовку. Чтобы она была имбовая, прям такая офигенная. Снова здесь, короче, да? Для этого я беру эту пуху. Ага. Ну-ка. Блин, нет, смотрите-ка. К сожалению, не получается. Ну и ладно, хер с ним. Все, ребят, начинается. Вот тут шею сворачиваем. Круто. Очень опасно, на самом деле. Жопа просто. Получилось, ребята. Еще один. Это жесть, ребята. Я херею. Как я еще выжил после этого, нахер? Блин, чуть...
Я, пожалуй, сейчас сохранюсь. Мы же сами можем сохраняться, правильно? Это офигенно, кстати. То, что мы сами можем сохраняться. О, аптечка как раз. Хорош. Где-то прячется собака. Дробаш у нас появился. Ништяк. Он что, снизу бегает, что ли? Тут лестница. Как я открою эту дверь? Да хрен его знает. Как открыто? Чё-то не пойму. Как мне это сделать? А, я понял. Я попробую сейчас эту штуковину взять. Вот эту вот. Серьезно? Вы издеваетесь? Не, если это не поможет, то я не знаю, что делать. Вообще. Да вы охренели. Куда я должен нажать? Подождите-ка, G. Подключение, стрелка Джо. Блин, не знаю даже. Короче, все понятно. Я понял, как. Да-да-да, ребят. Вот такие вот пироги. Вот и дурак. Так, украть Спенсер Худа, что там было написано? Сейчас украдем.
Здесь же вот этот есть. Имбовая штука. Ну-ка. Эй, а лазер где? Ладно, это хотя бы. Нихера ты, слушай. Попрыгунчик. А, он тут заряжает. Вот оно как. Вот это я не знал, кстати. Это я, ребята, не... О, вот эту штуку. Мы должны были забрать вот эту вообще четко. Нет, обучение это я уже знаю как бы. Сейчас мы тут всех пожарим, твари. Вот так вот. Все, выбрались. Кто взял курс на столкновение с обер-комендантом Менсе? Это что, мы уже за него прошли, что ли? Бежит ли он с научной станции Омега? Узнайте об этом в приключениях стрелка Джо. А, вон они как делают, пока понятно. Пока стрелок Джо и другие храбрые американцы открыто сражались за будущее Америки, одна леди боролась с нацизмом по-тихому. Это Джессика Вэллиан, экс-агент британской разведки по прозвищу Тихая Смерть. Расследуя зловещий заговор, агент Тихая Смерть попала в офис Paragon Pictures, когда-то выпускавший лучшие хиты Голливуда. Теперь нацисты снимают здесь свою пропаганду. Найдет ли агент Тихая Смерть свою цель? Нацистского пособника Чака Лоренса. Так, сейчас мы за нее будем играть, окей. Я попала внутрь почти без проблем. Осталось найти, где спрятался мистер Лоренс. Ага. Давай, кушай фрукты. Тут до хрена всего. Тайный агент за года. Срабатывает автоматически, когда она приближается к слишком узкому... к слишком узкому проходу. Все, понял. Все, мы начинаем проходить этот нулевой эпизод за нее. Типа пролог мы проходим. Получается пока что идеально все проходить. Но эпизод монолит мы сегодня точно пройдем. Потому что видите, как все коротненько здесь все. Типа их не прологи, истории. Это, кстати, прикольно сделано, интересно. Найс, найс. Хоп. Хоп. Видите, как все изично. Офицер убил. Это круто. Типа, да?
У меня три ножа есть, которые мы можем кидануть кого-нибудь. Это круто на самом деле. Так, сейчас я возьму, наверное, УЗИшку. Тут у меня много боеприпасов. Давай. Здесь. Ползи. Тут у нас еще одна база такая вот. Очень знакомая база. Во, замедление времени. Что за новенько, такого не было. Опять же. Тут каких-то много новеньких этих фишечек добавили в этих дополнениях. Прикольно. Ну пиздец. Это пиздец, ребят. Нечего сказать. Тут жестко. Сперва я всех офицеров убью. Как мне с ними бороться, а? Это Адольф Гитлер? Да ладно. Он не заметил. Капец. Пиздец. Видите, что тут творится? Это вообще ужас. Тут база очень жесткая. Не, это пока не буду убивать. Почему здесь нету этих? Еще ими символы подобрать. Тут уже очень трудно. Как я пройду это? Объясните мне, пожалуйста. А, окей, я понял. Да ты сука, блядь. Он не дал мне пройти, мразь. Тупая. Я пока контекст схамишу. Я подожду его.
Надо, оказывается, было сюда идти. Ну ладно, пока. Я ее... Да... Не убил с упора, столько патрон. О, так. А, не туда, ребят. Давайте, знаете, как сделаю? Загрузить. Вот с этого это место начну. Не-не-не-не. С этого. Значит, поздно, ребят. Получается, это пиздец. Ну так что же надо сделать здесь, а? Сейчас так и пойдёт. Незаметно. Получилось. Да, получилось, ребята. Сохранение хорош. Есть. Джессика Вэлиант охотилась на Чака Лоренса. Но успеет ли она настичь его вовремя? Читайте об этом в дневниках агента «Тихая смерть». Пока Джессика Вэлиант преследовала добычу, другой герой войны участвовал в совсем иной битве. Капитан армии США Джеральд Уилкинс, совершивший немало подвигов на войне, скрывается от нацистов с тех пор, как они разбомбили Манхэттен. Капитан Уилкинс получил задание взорвать самое опасное оружие в мире — солнечную пушку. Но сначала ему нужно было пробраться к орудиям на острове Кадьяк. Ага, теперь за него играем. Ладно.
за этого солдата. Вот теперь можно работать. Нужно найти эти орудия. Ага, как у Басковича. Нет, я помню. Так. Я метаси пока ничего не буду. Sonnengewehr eine ganze Region der amerikanischen Надо вот так вот этих роботов херачить. Куда мне там? Ага. Чего? 200? Не уменьшается, прикиньте. Да ладно. Это же жестко совсем. Охренеть. Вот это он с терминатора, вот этот солдат. Дает, а? Великолепно. Про меня уже знают. На, сука. А, так должен быть. А как стрельнуть? А, неправильно. А, еще что? Капитан Уилкинс ни разу не провалил задание. Но справится ли он с яростью солнечной пушки? Не пропустите подвиги капитана Уилкинса. Кёртис Эвертон. Великий писатель и повстанец из круга Крайзал представляет «Хроники свободы». Три рассказа о подвигах и приключениях во время войны с нацистами, захватившими Америку. Три истории о сопротивлении, которое сокрушит всемирный нацистский режим. Не пропустите. Пропаганда террористов. Надо все запретить!
Вот и все, прошли мы, короче, новый эпизод. Следующим будем проходить вот за него, да, компашку. В бегах. Ничего себе! Даже так? Серьезно? База гамма. По три выпуска? У каждого, серьезно, да тут охренеть можно. За ним, наверное, типа по часу будем проходить. Типа уже. Это типа так? Ладно, себе пролог. Ладно, на этом я заканчиваю, ребята. Пинансовая связь прохождения игры Wolfenstein The New Colossus. Если тебе понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ступайте в руку, дайте пить. И всем пока. Встречаемся и будем продолжать проходить вот эти вот замечательные, офигенные эпизоды. Всем пока.